Благоустройство дворов производят качественно. Об этом говорили депутаты, которые летом контролировали исполнение работ. Они отмечают, что такие программы пользуются популярностью, поэтому нужно увеличить финансирование проектов. От Думы городского округа Самара было направлено в профильный комитет и в адрес руководителя Самарской губернской думы обращение с тем, чтобы при исполнении бюджета статья расходов на внутридворовые территории, внутригородским районам, была увеличена. В том числе дополнительные деньги предусмотрят и на ремонт старых площадок в тех дворах, что еще ждут очереди на благоустройство. При рассмотрении бюджетов можно будет предусмотреть какие-то небольшие деньги на районы, именно как для МБУ по содержанию этих детских площадок, лавочек, там, козырьков. Также депутаты на заседании Комитета по развитию городской инфраструктуры обсудили работу ярмарок и готовность к отопительному сезону. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.